Подготовка к выборам набирает обороты. Партии, подавшие документы на выдвижение списков кандидатов на выборы в Госсовет Чувашии, завершают сбор подписей в поддержку своих кандидатов. Сбор подписей – обязательный этап для всех непарламентских партий. В прошлом году новые люди успешно преодолели 5% барьер в 4 субъектах России. И теперь при выдвижении в Госдуму эту процедуру могут пропустить. А для прохождения в парламент республики подписи необходимы. Очень благодарна за то, что поддерживаете нашу партию. На данный момент мы уже собрали более 5000 подписей. Находимся уже на финишной прямой, собираем с запасом, чтобы подать в избирательную комиссию только правильные подписи. Спасибо жителям Чувашии за то, что дают возможность партии «Новые люди» участвовать в выборах в Госсовет Чувашской Республики. Мы точно сможем оправдать все ожидания, которые люди нас возлагают. Поддержать партию «Новые люди» можно и другим способом. Отдать голос через портал госуслуг. Для этого надо войти во вкладку «Мои выборы», выбрать «Выборы депутатов Государственного совета» и проголосовать за партию «Новые люди». Наша партия сейчас хочет решить две проблемы. Первое – это с трудоустройством молодежи. После окончания учебных заведений они с трудом куда-нибудь устраиваются на работу, и мы хотим решить эту проблему. Вторая проблема – это с заполнением их свободного времени. Все подписанные листы передадут в избирательную комиссию. После проверки подлинности подписей новые люди вступят в предвыборную борьбу за мандаты депутатов Государственного совета Чувашии. Партия выдвинула и кандидатов в Госдуму России. По Канашскому одномандатному избирательному округу в российский парламент будет баллотироваться Эльза Кузьмина. По Чебоксарскому округу Олег Баранов.